Вы что меня спросите? А чё я молчу? Ну, не знаю. Я ждал, пока игра закрутится. Пока я там всё говорю, мы играем в игру под названием Madness. Ой, блин, я включил огромный большой звук, простите. Мы играем в игру Madness, и у нас будет... Короче, мы будем делать всякие разные команды. Так, я не знаю, что даже сказать, но короче, вот игре мы играем конком, и ну, не знаю, какой-то адука, тут можно просто обстрелить напросто. Очень довольно-таки прикольная игра, довольно прикольная игра. Вы, кстати, можете подать мне ссылки разные по видео, может, все-таки мини-ловушка, я не знаю как. Я только очень давно играл, даже по ней снимал, но я как бы, понимаете, я не знаю, что записи, я не буду его копить, поэтому я не буду, меня убили. Но уже сама, смотри, или это автомат. Могу ли автомат? Нет. А могу посмотреть? Мне что-то дадут какой-нибудь другой, не знаю, автомат, но... Ой, я же не знаю. Ага, поэта пауза, ну как бы ничего не могу сделать. А, вы пока играете в бой. Вот он очень хороший, конечно, что он хороший. Так, вот он уже встретил бочки, как и рядом, да? Странно. У них еще руки. Так, ой, блин, ладно, неважно. Короче, да, мы пока просто стреляем, ходим в них. Если кто-нибудь рядом разу, вот, все, мы уже можем, конечно, взять оружие. Видите, вот это. Игрушка довольно-таки прикольная, мне очень понравилась. Конечно, там разная, но очень прикольная. Мне кажется, что всякие разные оружия. Не только обычные пистолетики и миллион врагов. Так, раунд второй, волна первая. Так, у нас теперь убить, я понимаю. Довольно-таки башня прокрылась от пистолета. Так, они довольно-таки спаются быстро, такие, наверное, вместе спаются. Ходьбы, да, немножко даже странно, ходьба у него довольно. Как я смотрю мультик, ходьба у них немножко другая. Нет, вроде бы такая же ходьба. Ну ладно, ладно. И сделаем снова флеш. Так, никакого разницы не идет, не важно. Побрин. Что, я не хотел. Скажите, вот пишите всякие ссылки на разные каналы Madness. Там будет довольно круто. Давайте еще один раунд сыграем. Спасибо вам. Ну, это значит, что на конец мы уходим в конце.
знаю, поиграть в телефон, но это прикольно. Да, я очень долго научился, очень легко искать, но, да, практически осталось огне. Так, короче, да, назвал человек, чтобы я помнил, я вообще задумался, что я поэтому научал. Так, здесь музыка вам слишком в уши бьёт. Это вообще странно. Не помогу. Хорошая помощь. О, хорошая помощь. Окей, я думаю, что не знаю, что сказать. Это не что надо сказать. Вот это играет на нас супер, который мы еще будем говорить. Наверное, как ваши дела? Привет. Что еще делать? Вам нравится? Только я знаю, что сказать здесь, потому что мы играем. Я потом покажу за бойцом. Ай, блин, давай еще. Так, давай не очень больше не сядет. Это довольно легкая, потому что тебе кажется бесконечной жизни. Как я на своем пути знаю. Так, это. Ой, я забыл, где дробовик. Я могу? Но я уже не могу, где дробовик. Я вот тут. Я могу не дробовик? Ладно, мы не дробовик. Типа, они не могут сюда свинчить? Не надо. Ну ладно, раз уж мы не можем взять дробовик, надо бы конец видео, блин. Да, ну я давайте сейчас мы поиграем, ну просто так переснимаем, когда мы все идем. Так, начинаем второй. Начинаем второй день. Так, ой, блин, что это было? Это очень старенькая игрушка про Madness. Ну, давайте не приходим. Ну как, ну думаю, она мне очень понравилась, но просто я хочу показать, какие раньше были. Ну как, то что, да, когда это вышло, не помню точно. Да, он должен быть очень старым, я лично не понял, ну для вас. Но... представим, что я, это первый день, когда я увидел это, перед день выхода. Ну это очень прикольно. Как в эту игру играть? Ну, давайте пойду посмотрим, что это АВДС. Так, мне нужна компьютерная мышка, у меня компьютерная мышка нет. Подождите. О, я играл в эту игру когда-то. О, это хорошая игра. О, нет, нет. Это очень хорошая игра, это неплохая игра, и это игру очень давно играл. Ну, вот эти на всякие точки разные. Один нож. Да. Окей, это очень хорошая игра вообще-то. Ай, блин, не получилось. А, куда? Стоит, блин. Ай, да. Дай, блин-то, поговорим, блин. А, я не знаю. Бежим. Давай, а, нет, получилось. Поговорим. Ай, блин, как это получилось делать? Так. Так. Дайте, стой, шаг, блин, получилось. Они какие-то другие, если честно, они отличаются от обычных... Ай, блин, я забыл. Они отличаются от обычных агентов, вот эти, внутри, у них какие-то бороды откроют. Откуда у них вообще бороды, мне интересно? Агенты уже, по принципу, нет бороды. Давайте оружие. Нет. А, окей, значит, это надо взрослый, я понимаю.
Окей, мы их убиваем. Ну, ничего, что... Это неплохая. Ай, блин, я забыл про это. Я такой запущу. Она таки сходит смотреть, но прикольно очень игра. Я забыл, блин, простите. Быстренько отрываем. Это вот перепечатаем. А теперь пистолетом стремимся, стремим ухачат. Этим ухачатом стремим. Ухачат. Ой, блин, блин, моя реакция такая крутая. Ладно. Ай, блин, я забыл. Как много времени дает, но он был слишком. Видите? Сейчас берем оружие, и он приходит. Такой, так, и такой мистер печатает. Ай, случай, файн. Ай, не получилось. Хэдшот. Хап. Хэдшот. Хэдшот. О, нет, не хотят. Не хотят. Ай, блин, неправильно. Ай, блин, я забыл. Хэдшот. Так, хэдшот. Хэдшот. Теперь хэдшот. Ай, блин, не хэдшот. Я забыл. Ай, хэдшот, ну, я забыл. Окей, хэдшот. 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 Ай, я забыл, что не хэдшот. Ай, я хочу... Понимаете, я привыкаю. Прикольно. Ай, хэдшот. Теперь не хэдшот. Хэдшот. Ай, это непонятно, куда он расстреливает. Не очень маленький. Ай, я забыл. А так, оказывается, такие недосъемки сделаны, то...